Друзья, всем привет! Добро пожаловать на канал Cooking is Easy 99. Сегодня мы будем засаливать рыбу. Для этого нам понадобится филе семги 500 грамм, 2 столовые ложки соли и 1 столовая ложка сахара. Нам необходимо будет перемешать 2 столовые ложки соли и 1 столовую ложку сахара. Затем кладем рыбу на тарелку и сверху высыпаем соль и сахар. Дальше необходимо будет все это втереть кусок рыбы. Втираем со всех сторон. После убираем рыбу в холодильник на 24 часа. Наша рыба засолилась. Уберем лишнюю влагу и соль. Дальше порежем наш кусок на тонкие слайсы. Наша рыба готова. При необходимости можно также добавить лимонный сок. Друзья, всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. И всем приятного аппетита!